есть две новости, хорошая и плохая. Первая плохая. Мы оказались в очень мире сейчас токсичным, разобщенным, атомизированным, бессмысленным. Хорошая новость состоит в том, что наука к настоящему моменту достигла таких результатов, что мы можем достаточно неплохо понимать, что мы собой представляем. Мышление – это вещь очень лукавая. Вы сами с собой постоянно думаете, только толку от этого мало. Все превращается в умственную жвачку. Нужно все время отдавать себе отчет в том, что именно вы говорите. Я 7 лет живу в браке. Он меня не устраивает. Думаю разводиться. Что мне делать? То, что вы сейчас сидите, и я наезжаю на вас с этими своими инвазиями, является действием, которое приведет к каким-то другим решениям вашего мозга.